На третьем сборе больше будет, наверное, таких уже более напряженных игр, где это уже последняя, так сказать, финишная прямая перед стартом чемпионата, перед, особенно перед кубком. У нас ответственная игра, четвертьфинал кубка, который мы, в принципе, должны пройти и сыграть очень достойно, как кубки выиграть его. Но это все так просто не приходит, нужно работать, много работать. Потом чемпионат, у нас перед болельщиками большие долги, потому что мы находимся на таком месте, которое неприемлемо для Локомотива. И тоже как финишная прямая, бросок такой, который мы должны пройти очень успешно и закончить достойно этот чемпионат, который сложный для нас. Но в сложных чемпионатах, в сложных играх куется характер команды. Поэтому и нам это вызов, и игрокам вызов, в первую очередь.